Добавлять очень быстро, я все это дело постараюсь добавлять очень быстро свою вступительную речь, поскольку здесь оказывается конвейер, одного вызови как лимон, следующее на мое место придет кто-то другой, может быть, из тех, чьи книжки здесь лежат. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, закончить мысль. Александр Петрович, вас лишили площадки для блогов живого журнала. Вы сейчас на площадке Россия.орг, то есть Тифаретник, находитесь. Вот вы хотите разместить свой новый блог на какой-либо другой площадке? Будет ли там модерация, будет ли там какие-то фильтры? И каким будет содержание блога? Вы будете сами его вести или кто-то будет помогать? Я же не чиновник, чтобы за меня вверх сделал блог пресс-секретарь, да? После того, как меня вышибли пинком под зад из блогосферы, я, естественно, взял и основал свой собственный ЖЖ, в котором я как бы один, да? Но вы можете его найти легко в сети. Он находится на сайте разговор.орг. Значит, по поводу еще каких-то площадок, вот сейчас... У Мэйла или у кого-то еще мне советуют разместиться, я сейчас обрабатываю вот эти все предложения. Если у вас есть какие-то, скажите мне, я запишу. Да? Сейчас у меня блог дублируется на той площадке, на которой вы сказали, и на сайте Цензуры. Модерировать я не люблю и ничего не буду. По той простой причине, что сайт у меня так и называется Тиф-цензура. Собственно, цензура — это то, на что я напоролся в ЖЖ. Она сползается сейчас ужасающими темпами. Если вы, как там написано в правилах, которые я наконец-таки прочел, делаете неподобающую, по-моему, такое слово употребление в запись, вас запросто могут оттуда вышибить. Так это случилось со мной и со многими людьми. То есть вы хотите все-таки на публичных блогах публиковаться, да? Ну, знаете, я продублировал на публичном блоге вот то, что у меня в личном блоге на разговоре, да, если кому-то вообще интересно. Я вообще не знаю, публика, которая ходит покупать бумажные книжки, она насколько читает электронные буквы с экрана? Может быть, это две разные публики, черт его знает. Вот вы только из пересекающегося множества. Спасибо. Здравствуйте.